А вы помните, что Мустафа сказал? Что Гюльхан ее искать будет. Я думаю, никому здесь не надо объяснять, что случится, если она попадет к нему в руки. Она сестра мне. Родная, единокровная сестра. Никого ближе мне не осталось. Верно, казаки. Поспешить надо. Мало ли чего этого нехрест нет, а на уме. Ермолаги! В хате сидит. Так он, стало быть, не пойдет. Ясное дело, что не пойдет. Да понял Ермолай, что за птица его, любимая Марыся. Вот и отказался от нее. И что? Пущай она пропадает? Негоже так, братцы. Марыська какая-никакая, человек. Ежели беда грозит, казак должен вступиться. Так кто ж казак? А Ермолай, видать, увидел Гульхана, а то испужался, да и в штаны наложил. Чё ты сказал? Ты сказал про нашего командира. А ты что, стрелял? Как ты меня назвал, стрелял? Стоять, я сказал! Стоять все! А вы уезжайте. Берите своего командира и уезжайте по-добру, по-здорову. Поедем. Вот и езжайте. Михась. А кто со мной по коням? По коням! По коням! Ермолай! Ты чего, Ермолай? Совсем раскис, командир. О, не боец он более. Не боец. Прав ты, Ермолай. Мы за тебя вступились, потому как никто не имеет права против тебя слова дурного сказать. Но нас-то ты послушай. Ну скажите, братцы. Забыл ты, Ермолай, про службу государеву. Да променял он службу на бабу. Одна Марыська на уме. Ну, довольно, брат. Командир, забудь ты про Марыську. Надо на службу ехать. А ну не лезьте в мою жизнь! Разберусь как-нибудь без вас! Зря ты, Ермолай. Мы с тобой вместе ни один путь соли съели. Отставить разговоры! Слушай, братцы, мой приказ. Смотрите, братцы, турки! А ну вперед, братцы! Со мной! Хача! Хача! А ну стой, басурмане! Стой, говорю! А ну стоять! Стой! Что везешь? А ну что везешь, басурманин? Тряпки, мёд! Мёд! Марыся! Меня Анна зовут. Казаки! Братцы! Где же барышни? Мужики! Спасибо, родники! Не переживайте! Уехали ваши мучители! А мы уж не чаяли домой вернуться. Думали, все, погибель наша пришла. Что на... Ермолай! Ермолай! Где Ермолай?